Всем огромные приветики! Меня зовут Капфелина Анна, и ты на моем канале YouTube. И сегодня я немножко приболевшая, у меня простуда, но я в своей расхламительной кофте, и бобер тут тоже мне помогает расхламляться или наоборот, разбрасывает все ненужное. И сегодня я хочу поделиться очередным своим расхламлением. У меня куча всего, что я хочу продать на Авито, чтобы дать вещам новую жизнь. И сейчас расскажу вам об этом. И, кстати, в прошлый раз это видео я выложила как раз на Авито в разделе «Видео к вещи». И в прошлый раз я снимала видеоролик, в котором показывала свои вещи, которые хочу продать, и его выложила на Авито. И эта опция очень круто конвертит, поэтому я решила снять еще один ролик и выложить к новым вещам, которые я решила продать. У меня еще такая штука случилась, что на Авито у меня закончились бесплатные объявления, поэтому я открыла для себя Юлу. Там вроде как бесконечное количество объявлений, но там немножко другие условия. То есть, если человек заказывает доставку, за доставку ты ничего не платишь, но Юла у тебя вычитает, как, по-моему, 3%, что ли, от общей суммы. И то есть ты получишь немножечко меньше, чем объявил в объявлении. Итак, что я решила продать? Сзади висит, кстати, юбка из эко-кожи Зарина. Сейчас очень такой желтый свет, поэтому она не получается хорошо на фотках, она получается какого-то грязного цвета, а вообще она такая серо-бежевая, симпатичная юбка. Но у меня две аналогичные, одна сливого цвета и вот другая серо-бежевая, чуть-чуть подлиннее. И, в общем, эту я не ношу. Выкинуть, естественно, жалко, и тут я созрела, что надо ее продать. Кстати, надеюсь, что у меня все-таки получится зайти в свой аккаунт Зарина, и я смогу собрать оттуда фотографии хорошие, качественные, чтобы ее выложить на Юле, потому что на Авито у меня вещи уже нельзя выкладывать. Нужно, чтобы прошел месяц, прежде чем у меня бесплатные объявления появятся. Итак, что у меня лежит на Юле? Кстати, скину ссылочку, если это возможно, на свой аккаунт или на свои объявления, чтобы вы могли тоже с этой стороны посмотреть, что я расхламляю. Вот такие сережки от бренда Манго. Они очень прикольные, пластиковые и легкие, но они такого, ну, скажем так, цвета хаки, но мне, к сожалению, они как-то не вписались в гардероб, хотя они мне очень нравятся, они такие очень стильные, современные, массивные, но не зашли, поэтому продаю. Вот такой браслет из искусственного жемчуга. Тоже я от него в восторге, но не ношу, потому что он мне как-то не вписывается по стилю, он более такой женственный, романтичный, а у меня, к сожалению, другой немножко стиль, более спортивный, поэтому я его не ношу и решила его продать. Есть у меня вот такие клипсы на обувь. Это штука, которая очень прикольно может преобразить любые туфли. Как это работает? Вот, например, у меня есть замшевые туфли, лодочки обычные. Я беру и просто на декольте туфель прикрепляю эту клипсу, и получается вот так супер красиво. Получается, эта клипса очень похожа на лабутеновскую, поэтому примерно так это и будет выглядеть. Выглядит очень круто, но для себя я поняла, что мне больше нравится минималистичная история и просто туфли в обычном формате. И поэтому этими клипсами я не пользуюсь, поэтому решила продать две штучки. Ссылочку оставлю внизу в описании, если кому-то зайдет эта идея. Дальше у меня есть вот такие тоже сережки. Они сделаны, скажем так, из, не знаю, как красиво показывать, из такого soft-touch, скажем так, прорезиненного материала. Вообще супер легкие, мне кажется, они вообще ничего не весят. Вот таким образом они выглядят.
Но и они мне очень нравятся. То есть это вообще круто выглядит. Но проблема в том, они, кстати, фиолетовые, сиреневые, такие с желтеньким. Но в какой-то момент я носила такие цвета в своем гардеробе, сейчас нет, поэтому решила их продать. Есть у меня, кстати, на Юле я выложила очень много серебряных украшений и бижутерии. В Авито они в каком-то вообще тоже очень мало можно выложить бесплатно, а на Юле можно много. У меня вот такие серебряные есть колечки. Небольшого они размера, наверное, сантиметра 2 в диаметре. И их можно носить, не снимая. Но фишка в том, что это давнишние мои колечки серебряные, еще в школе, мне кажется, мама дарила. Они вообще супер универсальные, мне кажется, никогда не выйдут из моды. Но мне на свадьбу бывшая свекровь подарила такого же размера, но из белого золота с бриллиантами. Ну и понятное дело, что я их ношу гораздо чаще, вернее, я только их и ношу, а вот эти просто такие лаконичные я решила выложить на продажу. Дальше у меня есть сережки. Это вообще, это для самых дерзких, потому что, если вы обратите внимание, это очень схематично женское тело. Очень забавные сережки. Это безникелевая бижутерия. Кстати, у меня вся бижутерия безникелевая. И от нее не болят уши. Потому что те, которые уши болят, я ее сразу выкидываю, потому что это невозможно носить. У меня жутко, жуткое начинается воспаление. Эти безникелевые сережки очень смешные, но как-то они у меня не прижились, потому что в офис в них не походишь. А в обычной жизни я ношу что-то более мелкое. Как-то вот крупные сережки у меня не очень в ходу. Дальше у меня есть такой маленький кулончик из сердечка. Сердечко с какими-то стразиками. Почему-то у меня есть ощущение, что это серебро, но я нигде не нашла клейма. Поэтому не буду утверждать, что это серебро. Скорее всего, это бижутерия. Но она такая классная. Я ее одно время носила, а потом перестала, потому что мне больше кажется, что такие маленькие сердечки — это какая-то детская история. Поэтому решила продать. Еще у меня есть браслет Пандора. Браслет Пандора. Мне когда-то дарили его на день рождения. Но поскольку это дарил бывший мужик, ой, я его не ношу, воспоминания прошли. Вот. Но браслетик очень симпатичный, и если кто-то фанат Пандоры, то мне кажется, прям зайдет, потому что он на кожаном ремешке в два, как-то в две обмотки, и здесь шарм, вера, надежда, любовь серебряный. Просто сердечко со стразиками Сваровски и роза тоже со стразиком с розовеньким. Очень симпатичный браслетик, тоже решила его продать, ссылочку оставлю внизу. Есть у меня еще серьги. Серьги тоже серебряные, серьги-кольца. Они побольше сильно, чем предыдущие. Сейчас попробую вставить. Вот такого они размера. Прям крупные. Ну и опять же, история такова, что я их не ношу. И по этой причине решила продать. Так, для любителей аксессуаров у меня есть вот такая брошка. Брошка. В морском стиле. Тоже когда-то ее носила. Я была в таком морском стиле в своем свадебном путешествии, но с тех пор много воды утекло, и я решила от нее избавиться. Дальше у меня есть очень крутое кольцо. Оно, наверное, 17 размера. Это пара, занимающаяся любовью. Вот такое оно очень тоже прикольное. Люблю я такие на сексуальную тему всякие штуки, что сережки, что вот это серебряное кольцо.
Да, скорее, оно серебряное, натуральное. Я его покупала тоже 100 лет назад, когда мне хотелось очень провокации много. Поэтому, если кому-то нужно провоцировать, пожалуйста, обращайтесь. У меня такого добра много. Есть еще вот такое колечко. Так, камера не очень берет его в фокус. Оно, наверное, тоже у него размер, наверное, 17, может, чуть-чуть побольше. Тоже мне его подарили, но я его не ношу, как-то оно не прижилось у меня, поэтому решила продать. Кольцо вот такое, тоже во времена, когда я была прям очень, скажем так, в контркультуре. Мне нравились такие кольца, размер, наверное, мне кажется, что это 19 или 20 размер. Не знаю, как померить без салона ювелирного. Могу, наверное, как-то, если кого-то заинтересует, линейкой померить или что-то в этом роде. И есть еще маленькое колечко у меня. У него, наверное, 15 размер, тоже серебряное. Кстати, все эти кольца, они все серебряные. С фианитиком. Такой малышка. Вот. Но на мизинец оно мне уже великовато стало. А на другие пальцы, даже вот на безымянные, вообще не налезает. Поэтому я решила его продать. Если кого-то заинтересует, буду очень рада. Есть у меня еще одна бижутерка. Это подкова. У нее один стразик. И эта подкова, она тоже не серебряная. Это бренд Sunlight. Тоже мне кто-то дарил когда-то. Ну, такая она прям малышка-малышка. Может быть, даже на сережку повесить. Why not? И есть серебряная. Мне привозили из Египта Нефертити. Вот. Тоже. Она прикольна тем, что обычно такие штуки, они не двусторонние. А это Нефертити. Тоже в камеру не берет. Очень маленькая. А это Нефертити, она двусторонняя. У меня еще серебряный серфик. Вот такого размера. Он, надеюсь, видно. На нем еще есть такой гавайский выгравированный рисуночек. И очень прикольно, что у него фины, кильки вот эти, они объемные. Вот, так что очень прикольный серфик. Не ношу, поэтому тоже решила продать. Тоже он серебряный, здесь есть даже клеймо. Так что кого заинтересует, welcome. Такие сережки. Так. Тоже колечки. Тоже маленькие, у них такой настолько бордовые, что практически черные фианитики. Я помню, я их покупала в Санлайте, но тоже не ношу по причине того, что у меня есть из белого золота с бриллиантами такого же размера, и примерно так же они выглядят. С этими сережками есть один нюанс. Я, кстати, во всех объявлениях пишу, если что-то не так. Здесь немножко слабенький замочек. Ну, то есть нужно будет отнести мастеру, чтобы он его поджал. Поэтому я их продаю за недорого, потому что мне этим заниматься абсолютно лень. Есть у меня еще одна очень крутая штука, но тоже она слишком женственная. Это вот такие бусы. Бусы, колье, ожерелье. Вот таким образом это выглядит. Они на тончайшей леске, а сделаны из черной, это кажется, называется, черный жемчуг. И к ним у меня есть сережки. Две пары. Вот еще одна. Вот так это выглядит очень нежненько. Я покупала их когда-то давно на Бали, но тоже не ношу по причине того, что очень женственная, и это не мой стиль.
поэтому решила продать. Так что черный жемчуг, блин, это очень круто выглядит, но, к сожалению, я не ношу из-за того, что мне не подходит по стилю. Вот так вот, увидишь что-то, загоришься, купишь, а потом не подходит по стилю и приходится искать новую хозяйку этой всей красоте. Так что, если вас заинтересовали какие-то из вещей, я буду очень рада, если вы напишите мне либо здесь в комментариях, либо на Авито или на Юле. Я все ссылочки оставлю в описании. И буду очень рада, если эти вещички вам пригодятся, а я дам им новую жизнь и освобожу место у себя дома для чего-то нового. Так что с вами была Анна Кафырина. Всем хорошего дня. Пока-пока.